Демид, по-канадски начали первый период. Почему не удалось открыть счет первыми? Ну, где-то допустили, значит, ошибку, пропустили гол. Но хорошо, что недолго ждали и реабилитировались, но в конце не нужно удаление вот это вот, и пропустили опять снова. Сейчас будем отыгрываться. В каждой атаке «Спартак» сегодня старается лезть на пятак соперника. Это такая тактика именно под «Северсталь»? Да нет, это тактика на каждую игру. Просто видите, впереди еще плей-офф против такого же соперника. Надо к ним подойти серьезнее и готовиться. Две голевые передачи в прошлой игре, сегодня забросили. Как оцениваете свою шайбу? Да, отлично. Спасибо большое партнерам. Вы вывели меня на пустые ворота, можно сказать. Мне осталось только замкнуть. Успехов. Спасибо.